Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я запускаю новый проект под названием «Энциклопедия подводных лодок». В этом проекте я представлю вашему вниманию свыше 300 подводных лодок всех стран мира. Надеюсь, что вам понравится. А начнем мы с подводной лодки А1. Корабли класса А были первыми подводными лодками, построенными в Англии. Их прототипом являлась американская подлодка типа «Холланд», поступившая на вооружение английских королевских ВМС в 1901 году. Лодка одна отличалась от своей предшественницы лишь немного большей длиной, но начиная с модели А2 британские подводные корабли стали уже значительно больше. На этих подлодках впервые была установлена настоящая боевая рубка, из которой можно было управлять судном в надводном положении даже при сильном волнении на море. Первоначально их вооружение состояло из одного торпедного аппарата, установленного в носовой части, но опять и последующие лодки уже оснащались двумя торпедными аппаратами. Созданные компанией Виккерса субмарины класса А позволили английским ВМС приобрести знания и опыт, необходимые для проектирования и строительства подводных лодок. С 1902 по 1905 год было построено 13 кораблей этой серии, некоторые из них использовались как учебные лодки даже во время Первой мировой войны. Подводная лодка А7 вместе со всем экипажем погибла в заливе Белых Песков, затянутая зыбучими песками, из которых состояло дно залива.